Уважаемые коллеги, дорогие иностранные гости, друзья, сегодня мы присутствуем при очень важном событии, и это событие является важным не только для российской энергетики, оно является важным для всей европейской энергетики. Мы сегодня приступаем к практической реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов – строительству газотранспортной системы по дну Черного моря. Наряду с Северным потоком, с такой же системой по дну Балтики, Южный поток создаст условия для надежного, безусловного снабжения российским газом наших основных потребителей в Европе, в данном случае в Южной Европе. Этот проект, безусловно, стал международным проектом. В нем задействованы многие европейские страны. Достаточно сказать, что на первом этапе газоснабжение будет осуществляться как минимум в 6 государствах. Это и Болгария, и Сербия, и Венгрия, и Словения, и Италия, и Хорватия. В реализации проекта принимают крупнейшие наши партнеры из Западной Европы, из Франции, Федеративной Республики Германии, из Италии. Этот проект получил политическую поддержку во всех странах-партнерах. Подписаны все межправительственные соглашения, приняты все инвестиционные решения. 63 миллиарда кубических метров газа – это большой объем. Для того, чтобы обеспечить, Россия начала уже работу на своей собственной территории. Мы увеличим и расширим возможности для выхода к Черному морю на расстояние 2500 километров. Построим дополнительно 10 перекачивающих станций. Работа началась уже в 2010 году. И я хочу поблагодарить всех наших партнеров за понимание важности этой совместной работы. Уверен, что она будет успешной. Мы можем приступить к реализации этого крупномасштабного проекта, и сегодня будем присутствовать при сварке первого стыка газопроводной системы «Южный поток». Давайте начнем. Есть приступить к сварке газопровода «Южный поток». Сварка первого стыка, газопровод «Южный поток» завершена. Во-первых, хочу обратиться к рабочим, которые сделали первый стык. Поблагодарить их, поздравить с началом работы. А во-вторых, хочу отметить, что реализация этого проекта, так же, как и реализация проекта «Северный поток», будет проведена по самым современным стандартам. Мы уже провели тщательное изучение акватории Черного моря, где пройдет эта трубопроводная система. И могу заверить всех участников проекта, что это будет проект, реализованный по самым высоким экологическим стандартам. Напомню, что по проекту «Северный поток» у нас, если мне память не изменяет, около тысячи датчиков стоит на всем протяжении маршрута, которые в режиме онлайн, в режиме реального времени сбрасывают в постоянном режиме информацию на соответствующую спутниковую систему, а она распределяет эту информацию по всем заинтересованным странам, по всем, по ходу движения этого газопровода. Также сделаем и здесь. Не сомневаюсь, что не только никакого ущерба не будет экологии Черного моря, а наоборот, изучение, исследование Черного моря, так же, как это было на Балтике, помогут сохранять его чистоту и экологическую безопасность. Поздравляю всех с началом работы.